Караганде подорожало тепло. С нового отопительного сезона горожанам придется платить на 10% больше за услуги по теплоснабжению. Цена за квадратный метр отапливаемой площади составит почти 85 тенге. Новые расценки ведут 1 октября. Пока же монополисты рассказывают, на что будут тратиться деньги после повышения тарифа на тепло. 84 тенге 81 тиина против прежних 77 тенге за квадратный метр отапливаемой площади. Именно по такому тарифу с 1 октября будут платить все карагандинцы за теплоснабжение. С увеличением тарифа повысится и качество услуг, пообещал генеральный директор компании «Теплотранзит Караганда» Андрей Липунов. Нельзя сказать, что мы будем иметь какие-то суперприбыля и прятать их по карманам. Это будет все идти именно на реконструкцию оборудования, на ремонты зданий, сооружений, на улучшение теплоснабжения. Хотелось бы сказать, что вот утверждение этого тарифа позволит, мы просчитывали экономические эффекты и прочие моменты, значит, повысить надежность работы тепловых сетей города Караганды. Утвержденный тариф на услуги по транспортировке теплоэнергии сложился из нескольких статей затрат. Одна из самых значительных – это ремонт сетей. Ранее на это выделялись средства из городского бюджета. Теперь компания-монополист надеется проводить ремонт тепловых сетей за свой счет. Кроме того, с удорожанием цен на услуги будет увеличена заработная плата сотрудникам «Теплотранзит Караганда». Естественно, необходимо повышать среднемесячную заработную плату персонала, потому что текучесть кадра очень большая. И если мы не будем удерживать у себя оперативный и производственный персонал, ремонтный персонал, грамотный и квалифицированный, то ни о каком качестве оказываемых услуг не сможет быть и речи. Но 10-процентное подорожание моментального эффекта не принесет. Карагандинцам нужно набраться терпения, поскольку, чтобы улучшить качество оказываемых услуг по теплоснабжению, необходимо время, говорит начальник жизнеобеспечения акимата города Караганды Бекет Кащегулов. Бывают случаи и факты, когда теплоснабжение может быть сиюминутно с 1 октября с повышением тарифа не может восстановиться сразу в нормальном режиме. На это есть много что факторов. Это зависит от теплоисточника. Это зависит от тех же труб, которые еще надо ремонтировать. Тот факт, то, что подняли тариф, она сиюминутную отдачу нам с вами сегодня не даст. Ирина Камышова, Олжас Габасов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».